Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». Большинство предпринимателей, начиная свое дело, сталкиваются с серьезными проблемами. Сложности при оформлении земельных участков, нехватка квалифицированных специалистов и, самое главное, недостаток денежных средств. Руку помощи предпринимателям готовы протянуть в агентстве по поддержке малого бизнеса. Большинство предпринимателей, начиная свое дело, нуждаются в кредитах. Банковские займы для многих становятся непосильной ношей из-за высоких процентов. Финансовую помощь бизнесменам готово оказать правительство республики. Предприниматель из Канаша Юрий Сергеев еще в прошлом году начал строительство городского дома быта. Сейчас здесь оказывают услуги по ремонту обуви, стирке белья и химчистке. Чтобы начать свое дело, мужчина обратился в агентство по поддержке малого бизнеса. Они откликнулись на мою просьбу и выделили мне 2 миллиона рублей. И на эти деньги я заканчивал строительство. И купил 2 единицы оборудования. Но очень хорошо, что они помогают начинающим предпринимателям. Я предпринимательской деятельностью занимаюсь 3 года только. Это получается вновь начинаемый уже бизнес. Поддержка в это время всегда нужна. Начал с прачечных услуг. Тут всего было 3 оборудования, а постепенно оно сейчас развелось. Вот 6 единиц оборудования сейчас на сегодня работают и выполняют разные услуги. Чисто по прачечной. Предприниматель говорит, что без финансовой помощи от государства начать свое дело было бы сложно. В агентстве по поддержке малого бизнеса Юрию Сергееву предоставили выгодные займы. Процентные ставки у нас ниже, чем в среднем по рынку, среди прочих предложений коммерческих организаций. Но, как вы видите, бизнес пользуется спросом, и предприниматель доволен. Для предпринимателей из производственной сферы, а непосредственно те, кто работает в моногородах, таких как город Канаш, действуют сниженные процентные ставки. Тем самым мы стараемся стимулировать развитие бизнеса именно в производственной сфере. Вот этот бизнес, конечно, на этом месте он новый. Работаем всего-то 3-й месяц. Пока постепенно набираем обороты, планируем, кроме этого, ремонт бытовой техники еще, это холодильников, стиральных машин, компьютеров, ноутбуков. Даже есть наметки на создание детского развлекательного центра там наверху, у меня там площадь позволяет, где-то 220 квадратов. Благодаря господдержке пошел в гору и бизнес Эдуарда Булатова. На своем заводе он поставил на поток производство металлических решеток и дверей. Чтобы приобрести дорогостоящие материалы, предпринимателю понадобились кредитные займы. Финансовая помощь агентству по поддержке малого бизнеса пришлась кстати. Эдуард говорит, что связываться с банками опасался. Мы с агентством поддержки малого бизнеса работаем уже более 8 лет и получаем от них кредиты на выгодных процентах на свою работу. Один пакет в стадии получения, другой пакет мы в оборот пустили, в оборотные средства. По сравнению с банковскими, иногда получается до двух с половиной раз выгоднее. Предприниматель пользовался нашими услугами 5 раз. Мы работаем с ним с 2011 года. В основном все займы привлекались на приобретение сырья. Естественно, мы ведем мониторинг деятельности предприятия после предоставления займов. И мы увидели, что предприниматель показывает положительную динамику как по выручке, так и по получению чистой прибыли. Сейчас предприятие Эдуарда Булатова развивается успешно. Решетки и двери заказывают пограничные части ФСБ, подразделения УФСИН и МВД. Продукцию завода реализуют и на крупные объекты. Металлические двери из Канаша установлены даже на космодроме Восточный. Гидропостаток от Калининграда до Сахалина. Двери специального назначения для оборонки, например, те же самые. Противопожарные, бронированные, радиационно-защитные. Продукция, тара даже та же металлическая для оборонки выпускаем. Сфера наших предпринимателей – это и производственная сфера, и сфера услуг, и сфера розничной торговли. В основном это микропредприятия, конечно, с среднеспичной численностью до 15 человек. Вот на этом предприятии как раз работает трудоустроено порядка 14 человек. За последнее время спрос на микрофинансы для малого бизнеса вырос в разы. Только в прошлом году в муниципальном филиале агентства выдали более 25 миллионов кредитных займов.
Обычно просят микрозаймы в сумме от 1 000 000 до 3 000 000. Количество предпринимателей однозначно увеличится, потому что клиенты в основном, предприниматели довольны, агентство поддержки малого бизнеса устраивает процентные ставки, сроки погашения кредитов. Такую поддержку предпринимателям не окажут больше нигде. Максимальная сумма займа 3 миллиона на срок до 3 лет. Ознакомиться с подробной информацией возможно на официальном сайте Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике. Опыт республики по развитию малого и среднего бизнеса необходимо тиражировать. Это отмечают и в Торгово-промышленной палате страны. Ее президент Сергей Катырин пригласил главу Чувашии Михаила Игнатьева на расширенное заседание в Москву. Именно здесь рассматривали лучшие региональные практики поддержки предпринимателей. Сейчас в стране работает более 180 торгово-промышленных палат, и только половина из них оказывает поддержку субъектам малого бизнеса. В Чувашской республике эта работа налажена. Между региональной ТПП и правительством заключено более 30 соглашений. 21 соглашение – это на муниципальном уровне, и более десятка еще соглашений с министерствами, ведомством, где мы конкретизируем наше взаимодействие. И в исполнении вот этих соглашений, значит, представители палаты, значит, и руководитель палаты входят в различные правительственные комиссии, коллегии министерств. Торгово-промышленная палата давно представляет коллективные интересы работодателей в республиканской и муниципальных трехсторонних комиссий по регулированию социальных отношений, внимание, в качестве координатора. Здесь ни в коей мере мы не подменяем, значит, РСПП и так далее. Просто мы, это палата, и ассоциации, и союзы, входящие в торгово-промышленную палату, учредили региональное объединение работодателей. Торгово-промышленная палата республики также оказывает поддержку в организации выставок и проводит семинары для начинающих бизнесменов. За последние годы в региональной ТПП обучили более 1500 человек. Большинство из них реализовали свои проекты. Палата у нас является исполнителем программы, значит, «Ты предприниматель». Я сегодня вижу, здесь у нас присутствуют тоже коллеги, значит, которые курируют этот вопрос на федеральном уровне. В палате действует школа наставничества. Серьезный вопрос мы уделяем, значит, именно развитию информационных ресурсов. У нас 10 сайтов ведет торгово-промышленная палата. Естественно, вот мы издаем компакт-диск такой вот, так сказать, с инвестиционным паспортом и «Добро пожаловать, Чувашия», вместе с Минэкономразвития. Совместная работа торгово-промышленной палаты и правительства региона приносит свои плоды. За последние годы были снижены административные барьеры, которые мешают бизнесу развиваться. Сейчас в республике работают свыше 50 тысяч малых предприятий. Доверие бизнеса к органам власти с каждым годом улучшается. Действующие на территории республики формы и меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства охватывают практически все стороны создания, развитие и становление бизнеса, от консультации, правового обеспечения, помощи в написании бизнес-проектов и выстраивания стратегии начинающего бизнеса до финансовой помощи. Все те инструменты, которые мы должны были создать, создали и в городских округах, и в сельской местности. Государственная поддержка предприятий республики увеличивается. Только в прошлом году на эти цели из регионального бюджета было выделено более 2,5 миллиардов рублей. С привлечением федерального бюджета на возмещение части затрат на закупку нового оборудования субъектам малого и среднего бизнеса было выделено более 100 миллионов рублей. На первый взгляд, средства это небольшие, но с другой стороны, они дают в конечном счете синергетический эффект. Почему? Потому что они чувствуют внимание государства, и те выделенные средства со стороны государства дают им возможность открывать новые производства. Мы реализуем 2 индустриальных парка, где будет 25 резидентов, 70% уже практически все в работе, остальные 30% мы доукомплектовали, соответственно, с учетом удорожания кредитных ресурсов, потому что предприниматели начали корректировать. Общая площадь 2 индустриальных парков – это 47 гектаров, где будет создан тоже почти 1500 рабочих мест. Усилия республики по созданию благоприятного бизнес-климата президент торгово-промышленной палаты страны оценил высоко.
Палата достаточно инициативная. Мы отмечаем, что есть поддержка со стороны руководителя республики, его команды, есть взаимодействие, не просто поддержка, а совместная работа, когда администрация слушает и прислушивается к мнению бизнеса, который выражает торгово-промышленная палата. Очень надеюсь, что и палата до бизнеса доносит, так сказать, то, что администрация хотела бы реализовать вместе с бизнесом. Мы находим как раз контакты эффективного, конструктивного взаимодействия. Поэтому искренне я рад, что сегодня здесь. Для меня огромная честь участвовать еще в направлении. И нам еще многое нужно сделать для того, чтобы доходы поднимались, производительность труда была выше, и молодые люди могли самореализоваться в нашей любимой Российской Федерации, в нашей любимой Чувашии. Опыт совместной работы Чувашской торгово-промышленной палаты и правительства республики Сергей Катырин предложил тиражировать и в других регионах. На основе лучших практик в ТПП страны намерены разработать единую программу развития бизнеса. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за актуальными новостями отрасли. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашия.